Нурдале Губайдуллаев уже 9-й год занимается карате до шотокан. В прошлом году тинейджер стал чемпионом Казахстана. Этот год Нурдалек начал удачно. 2 золотые медали спортсмен завоевал на международном турнире, посвященном памяти первого президента Федерации карате до шотокан Республики Казахстан Вячеслава Савкева. Награды высшей пробы Нурдалек Убайдуллаев получил на состязаниях по кумите и ката. На соревнованиях провел 3 боя. Сначала противником был каратист из Алматы. Очень сильный спортсмен. С трудом одержал победу над ним. В полуфинале встретился с каратистом из Тараза. В решающей схватке за золотую медаль бился также с мастером восточного единоборства, представивший город Тараз. Шотокан – один из основных стилей карате, является сегодня одним из наиболее распространенных в мире. Японское боевое искусство появилось в жизни Нурдалека благодаря маме. Мне было лет 5, и мама у меня спросила, не хочу ли я пойти на секцию карате. До сих пор помню, как радовался, когда первый день пришел на тренировку. Уже добившись неплохих результатов в этом виде спорта, я говорю маме спасибо. В апреле в Шымкенте стартует чемпионат страны. Главная цель Нурдалека – защитить титул чемпиона Казахстана. После 14-летний каратист отправится на первенство планеты.